Всем привет! Меня зовут Лисан, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я с Никой Бомби Ким буду записывать видео, где мы будем рисовать персонажей по памяти. Ну, думаю, вы все и так поймете в процессе видео. И у этого видео две части. Вторую часть вы можете посмотреть на ее канале. Так что давайте начнем. Ой, да, блин, я забыла. Ну ничего, я сама напомнила. Да, ты же рассказывай, что мы делаем, тут собираемся. Для чего мы здесь все собрались? Ну, так я сказала, я просто не хочу объяснять. А, ну ладно. Если вы хотите получить объяснение, то приходите на мое видео сначала. Хорошо. Посмотрите сначала первую часть. Да. Я запрещаю вам смотреть это видео, пока вы не посмотрите первое. Да, поставьте стоп, посмотрите, а потом приходите обратно. А потом пересмотрите еще раз первую и вторую одновременно. А потом вторую и первую тоже. Так вот, наш первый персонаж К это Ева из Валли. Я просто помню, что она белая. Да-да-да. И она вроде бы какая-то такая закругленная была. Как... Да, у нее такая современная форма. Да, как капсула. Дизайн такой. И у нее еще лицо очень прикольно делала. Голубеньким вроде бы. Только я не помню, да, у нее там голова отдельно были, была? Вроде. В плане как... Вроде да, она левитировала. Да? Ну что-то такое. Боже, я Валли смотрела, наверное, года много назад. Я тоже очень давно смотрела, но я помню, плакала просто. Когда... Когда всегда. Когда всегда просто. Не будем спойлерить. Да, ну, что спойлерить, как бы оно уже вышло 30 лет назад, блин. Ну да. Проблема тех, кто не посмотрел. Что они его не посмотрели. Так, а у нее, по-моему, голубенькие эти штучки, вот эти вот глазки. Ну да, я сделаю таким тоже голубым. Ну, я думаю, что я все. Ну да, я тоже сейчас. Секундочку. Ага. Ну я вроде уверена насчет того, что получилось. Потому что вроде похоже. Хорошо, что не Валли, я его совсем... Да, я помню, что он просто квадратный. Он какой-то сложный, да-да. Давай, показывай свое творение. Так, я сейчас. Вот так вот. У нее еще была какая-то штучка? Ну, ой, ты же так... там, типа, она же искала растения. Блин, прикольно, ты такие этим пикселями сейчас сделала глазки, вообще супер. Не, ну вообще у нас... вообще очень похоже получилось, да. Мне кажется, мы угадали с этим. Да-да-да, мне кажется, у нас вдвоем типа, ну, норм вообще. Так... Ждем картиночку. Вот так вот. Да, у нее не было вот этой штуки с растением. Не, ну это же как официальная картинка, это же вроде бы, может, в конце там она что-то такое сделала. Ну она просто, когда вот это вот растение забрала, у нее что-то такое было вроде. Ну, я считаю, ну, да, что... близко. Что у нас все получилось норм, да. Да, да. Рэндалл из корпорации монстров. Кто такой Рэндалл? Вот вопрос на миллион, как бы. Блин, да? Я помню Салли, Майка Вазовского и... Ну, Майк, эту девочку звали. Майк, Салли и Буда. Да, главные это персонажи. Всё. Может быть, Рэндалл это тот, который фиолетовый был? Потому что он тоже, знаешь, такой, типа, как... Один из важных персов был, потому что, ну, я думаю, вряд ли это какой-то там персонаж, который там в корпорации монстров, университет был, там, вот на одну секунду. Ладно, короче, рисуем вот этого фиолетового, получается. Да, фиолетовая ящерка, которая, мне кажется, он. И это я все... помню только то, что он. Это все, что я о нем помню. Все. Что он ящерка. Я помню, что он еще вроде бы разноцветный становился, но это как бы. И у него такая противная морда была, вот такая, типа, что он постоянно такой. И у него зубы вроде. У меня какой-то стиль Симпсонов получается почему-то. Ну. Все очень странно. Интересно, был у него нос или нет? И у него еще такой постоянно прищур был, как будто он очень слепой. Такой типа, я не вижу, сколько там продукты стоят, скажите. У меня все очень плохо. У меня реально как будто из мира вот этого Мэтта Грейнинга из какого-нибудь его мультика. Разочарование, новый эпизод. Да-да. А, что это? Вот когда я сказала, мы создаем монстра в прошлый раз, мы тогда точно монстра не создавали, вот это вот. Да, ты была права.
А ты не помнишь? Были у него какие-то там, ну, не чешуйки, а на голове, как гребешки или что-то такое. Потому что... Я нарисовала вот три торчащие полоски такие. А! Спасибо! Да, у него были такие, как будто усы на башке. Да-да. Как у Гомера какая-то дичь такая. Так, ну, пусть будет так, я попытаюсь его уже покрасить, потому что просто, ну, как бы, я не надеюсь ни на что. Да, то же самое. Я уже мне кажется, если бы у нас был Майк, я бы его сначала нарисовала случайно с двумя глазами из этого мема. Да, кстати, блин, есть такая фигня, что я тоже, получается, иногда забываю о том, что у него все-таки один глаз, блин. Что так часто тут мем видела. Мне стало еще хуже, но мне нравится. Не, мне тоже нравится, как получилось, кстати. Ну, просто так, если как обычный какой-то там перс, то оно очень забавненько смотрится. Ладно, пусть. Короче, ладно, я все закончу. Да, я тоже, я сейчас тебе покажу. Короче, я показываю. Что? Боже, это настолько у нас разные вещи, смотри. Вообще. А, блин, не видно моих волосинок у него сверху. А у тебя прям такой... А у него было много лап, что ли? А у него было много лап. Я не знаю, я вспомнила вот эту шею и в последний момент ее добавила. Она такая, знаешь, вытянутая, вот такой формы. Да-да-да. Блин, ну, у меня просто вот фиолетовый жизнь. Я прям сделала что, типа, как будто его там ночью где-то увидели. Ты сейчас проорёшь. Сколько все плохо. Мы просто по наклонной опускаемся. Ну вот. Да, у него вообще хвост синий был. Не, ну я вот эти цветные штучки сделала, я немножко с этим вспомнила. Надо за эти штучки на голове ты вспомнила. И за лапки, блин, я вообще не помню, что у него много лапок. Я забыла его главные руки, которые сверху, типа. У меня просто шея. Ну, короче. Да. Мы только такие, типа, детальки в основном. Это как-то очень отдаленно, наверное. У нас как-то с королевой было, что типа просто какая-то тетя. Да-да-да-да. Просто какая-то тетя королева, просто какой-то фиолетовый монстр. У меня вообще почему-то у него на хвосте шипы какие-то, как будто он динозавр. Я вот это же думала, что у него на башке тоже как у динозавра. Так, ну что, следующий персонаж у нас Колет из Рататуя. По-моему. Колет? Да, по-моему, это была та девчонка с кухни. Ну, потому что, типа, там, что, Рататуй, Реми, это крыски. Ну, думаю, Колет вряд ли звали того пацана. И этого, который шеф... Нет, кто он там? Критик. Поэтому логически мыслю, размышляю. Мне кажется, что все-таки Колет это та девчонка, которая, кстати, единственная, у которой была внешность не особо типичная. Ну да, да. Мультиков. Да, но лицо у нее все равно было такое какое-то кругло-маловатое. И это все. Нос вроде. Вот, я вот это все же помню, это нос, а типа конец. Черные волосы еще у нее были. Знаешь, что нужно будет подставить под эту часть, где мы рисуем? Что? Шпалетом пьет. En voir, je l'étends, les disponibles. Mon jour, les hoppa, les jour, les hoppa, les jour, les tuy, olisiona, les dons. Опа! Зацениваем? Да, давай. Вот так вот. Какая она милая. А мне нравится. Блин, ты так прям раскрасила. А я забыла раскрасить вообще. Я решила сделать вот так, прям черно-белое все. Такая прям с композицией, с сюжетом. Я просто пытаюсь хоть на чем-то выкатить, на чем-то выехать. Так, я, кстати, вижу, нам прислали картинку, и сейчас посмотрим, насколько мы с тобой вдвоем прогадали. Вот так вот.
Ну смотри, ты была права. Но у нее, блин, губы, блин, очень большие. И нос не такой большой. Да, у нас совсем с носом переборщили немножко. Да, но смотри, зато челку мы не нарисовали, и мы прям, ну, правы были. Ну, у нее форма такая, я почему-то нарисовала официантку, а не повара. У нас просто тут история. Сначала она была официанткой, а у меня, вот смотри, она уже просто шеф-повар. Ну, что я могу сказать? Я старалась. Мы пытались. Да, мы пытались. Хорошее объяснение этим видео, мы пытались. Вышло, как получилось. Вышло, как вышло. Ну, посмотрим на плюсы. У нас получилась очень хорошая Ева. Она прям у обеих, похоже, получилась. Да, вот, кстати, да. Ева просто, я ей горжусь. Горжусь нами, и все. Обращение к дизайнерам персонажей. Пожалуйста, простите нас за то, что мы с ними сделали. Да, Дисней и все остальные Пиксары, не баньте. Да. Ютуб, потому что мы не владеем всем этим контентом. Дисклеймер. Не зарабатываем с него деньги. Так что, простите, да. И поймите. А дизайнерам Евы спасибо. Спасибо, вы самые лучшие. Да. Ну, классно, мне понравилось. Я просто прям вообще всеми руками, всеми лапками за то, чтобы потом продолжать это. Да, так что если вы хотите продолжение, напишите об этом в комментариях. И мы подумаем о том, чтобы снять вторую часть. Да, и еще вы, кстати, можете написать в комментариях, а какие бы еще штуки нам перерисовать? Не только же мультики. Ну да. Я, если что, агрессивно моргаю, подмигивая одним глазом. Разводим на комменты! Да, так что пишите комментарии, ставьте лайки. Yes. Если вам, конечно, понравилось это видео. И заходите на канал Ники. У нас там вторая часть. Обязательно его посмотрите. Пересмотрите наши старые коллабы. Сколько лет уже прошло. Точно, я не забыла. Да. Вот. Так что спасибо всем за просмотр. Всем пока! Пока!